Всем привет, дорогие друзья и любимые подписчики, с вами снова Гидеон, мы продолжаем проходить шикарный Brutal Legend. Я рад вас приветствовать в 11-й части моего прохождения, где мы отправимся искать проход через горы для того, чтобы мы могли проехать на нашем автобусе к морю черных слез, который распечатал Давикулус, и для того, чтобы, возможно, спасти Офелию. Посмотрим. Итак, дорогие друзья, в этой серии мы отправляемся в озеро Черных Слез. Или будем, по крайней мере, подготавливаться к нашему отправлению. Ну что же, узнаем об этом прямо сейчас. Давайте посмотрим на наше задание. Итак, Underlands Bound. Здесь плохо читаемый текст, посмотрите, какие завитушки шикарные. Нужно найти путь для автобуса, чтобы перебраться, видимо, через горы или через перевал. Итак, посмотрите, какой путь мы проделали огромный. Мы прошли через логово Lion White. Посмотрим, что у нас здесь еще есть. Так. Есть дополнительные миссии, которые мы можем, конечно, посмотреть. Давайте. Хотя они нам, видите, они нам немного не по пути, поэтому давайте отправимся сразу по миссии. Прямо вперед. Я думаю, дальше у нас будет больше, так сказать, свободного времени и пространства для того, чтобы побольше изучить... О, боже мой, смотрите, какой мамонт. Сталебивневый мамонт. Побольше изучить эти территории. О, гаражик. Давайте-ка его разблокируем. Превосходно. Да, действительно. Ну, давайте заедем в гараж, посмотрим, что новенького. Может быть, действительно что-нибудь новенькое появилось. Мы уже довольно далеко зашли. You have interrupted the Guardian of Metal's nap. Ничего страшного. Ничего страшного. Итак, апгрейды для Деуса у нас есть. Ух ты! Максимальная скорость. Круто. Дополнительная броня. Так, это мы все видели. Давайте оружие посмотрим. О, ракетница. А это вместо пулеметов? Да, это вместо пулеметов. Глаз сожаления. Пушка, обалдеть. А, это вообще какая-то электрическая, видимо, штукенция. Да, круто, действительно круто. Давайте купим ракетницу, наверное. Хотя, что-то уж другое уж больно дорого стоит как-то. И тоже как-то соблазнительно. О, мины. Сабвуфер. Круто, это тех, кто сзади бьет. Неплохо. Так, посмотрим, что у нас еще есть. Раскрасочки. Да, новые раскрасочки появились. Ох, какой классный. Орлы. Кости. Хром. Шикарно. Давайте в хром покрасимся. Люблю хром. Классно. Так, а что для гитары у нас есть? Для гитары вроде пока ничего новенького я не вижу. Да, для гитары ничего новенького. Топорик. О, какой топорик. Отправляет молнии то ли между целями, то ли просто того, кого атакуешь. Ну, круто, в общем. Круто, действительно. Специальные приемчики у нас какие? Нет, ничего нового, специальных приемов нету. Так, давайте я куплю топор. Уж очень он мне нравится. Классный топор, реально классный. Ну и у нас ничего не осталось, поэтому сваливаем. Точно, чувак, рок-н-ролл. Потом надо будет купить, наверное, какие-нибудь ракетницы или пушки, или я не знаю, что-нибудь, в общем, что-нибудь мощное, срывающее башку напрочь. Так, ух ты, там какая-то буря. Кто там? Просто буря или... Или кто-то... А, вот вы кто. Вот кто создает эти бури. Сволочи. Я же вас ненавижу. Ой, это же наши. А что вы тут делаете?
Так, куда нам нужно? Ага, прямо туда. Хорошо, хорошо. Ух ты, какая тут трасса классная. Прокатимся с ветерком. Итак, нам нужно, видимо, возродить. Ох, какой топор классный, офигенный. Так, давайте Relic Treasure исполним. Класс. Hey, Mangus, come here. You gotta check out this bridge I built. Yeah. You see, Mangus? Those guys from Yore really understood the value of craftsmanship. And look! People are using it already! Hey, look, Eddie. I finally got myself a car. It's got a special seat in the back, just for you. Ophelia, what have you done? Well, you know, after you tore out my heart and left me for dead, I'll admit I was a little down. But then I pulled myself together. Started making new friends. Deviculus is not your friend. Can't you see he's using you as a tool against us? And I began to use all that stuff you taught me, Eddie. And you know, you taught me so much. You taught me about trust, and loyalty, and betrayal. And you also taught me the power of music. Here's a little song that I've been dying to play for you. Mangus, back up. So much for driving to our deaths at the Sea of Black Tears. No, 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 I can fix this. But it's gonna take about 5,000 cubic buttloads of scaffolding to do it. What? Yeah, I know. The only place that has the stuff we need. Yep! Is back in Bladehenge. So come on, what are we waiting for? Да, Фелия. Как жалко, что... Как мне кажется... Ничего у нас с тобой не получится. Скорее всего, Эдди останется слитой, как мне кажется. Что же, нам нужно... Неужели нам нужно вернуться в Бладехендж? Обалдеть. Давайте-ка посмотрим на карту. Итак, да, нам нужно вернуться в Бладехендж. Но по пути тогда я хочу заглянуть на эту миссию. А, нет, не на эту. Вот на эту. Lion White Tainted Backside. Вроде так. Ладно. Отправляемся прямо туда. А какие здесь дополнительные миссии? Это мы уже делали, это мы уже делали. Да, вот это нужно сделать. И посмотреть. Посмотреть, о боже мой. Хоть бы компас тут был. А, у нас же это. У нас же мигалочки есть веселые. И которые начинают почему-то светиться сразу обе. Это так меня просто смущает. Вон. Да уж, это точно. Теперь тут совсем-совсем печально. А помните, как раньше при Lion White тут было весело? Эх, жаль, эти времена кончились. Ой, не стоит ускоряться, если мы не можем поворачивать хорошенько. Где-то здесь еще, по-моему, был это, точка осмотра. Или не здесь. Подождите-ка, я... Так, подождите-ка, я, кажется, не там свернул. О, я совсем не там свернул. Мне нужно вернуться назад. И проехать через...
главное здание. Так, а ну-ка давайте-ка взглянем еще раз на карту. Я посмотрю, может, эта миссия где-нибудь дублируется здесь поблизости. Lion White. Сейчас найдем что-нибудь. Riding. Deer Chase. Speed Delivery. Нет, не дублируется, к сожалению. Поэтому давайте-ка вернемся и все-таки ее сделаем. Поворотнички эти, блин, не работают нифига, честно сказать. Иногда реально глючат просто, натуральным образом. Вот они вроде сейчас не светятся. То есть нам что, не надо никуда сворачивать? Типа того, не надо никуда сворачивать. А теперь? Надо? Так, еще раз нужно... Да, вроде надо. Вот, вот здесь вот у нас есть поворотик, отлично. Стоп. У тебя тоже какая-то миссия здесь, чувак? А, Riding Death Track. Ну, нафиг мне это. Death Rack, вернее, не Track. Я все время путаю. Словечки очень похожи. Странно, что они даже не пошутили на эту тему. Потому что весьма, весьма очевидно. О, наверное, мы эту штукенцу... Да, мы ее не собьем. Смотрите, какая хромовая у нас тачка. Как смотрится классно. Светится прямо, особенно под луной. Под луной выглядит просто прекрасно. Так. Воу! Нет, мы не достали, по-моему, да. Мы не достали до этих. До мотыльков. Нам не дали трибюта. О, точка. Точка, о которой я говорил. Здесь можно осмотреться хорошенько. Давайте-ка осмотримся. Круто. Крутая башенка. Это случаем не Ларс? Потому что меч-то точно его. Смотрите-ка. Меч ларсовский. Эй, куда ты бежишь, Лита? Садись в тачку. Нифига она в нее запрыгивает. А, нам нужно немного дальше проехать, и мы найдем нужную нам миссию. Где-то тут она у нас. Каждую миссию, как я уже сказал, пройду по разику. И повторять, конечно, не будем. Потому что, ну, нафиг оно. Одно и то же повторять не катит. Так, мы не проехали? Вроде проехали. Да где же она? А, она все еще дальше. Хорошо. Где-то вон там она. Ага, все, движемся. Движемся, наконец-то. Вот она. О, какая-то машинка у этого парня. Ну-ка. Nice ride. Oh, Connett. I know who you are. You're the guy who thinks he invented cars. Nah, I just showed people how to put parts together. It's easy. Oh, yeah, I know. Me and my crew, we done it for years, yeah? Except we make them fast. Mine's pretty fast. Yeah? Well, you think you can beat the Squealer here? Ну, вообще, да, могу. Движок у нас уже стоит. Squealer, huh? It's a pretty good name for an old pig. Hey, hey! Let's settle this on the road. My pleasure. Ха-ха-ха. Итак, попробуем обогнать этого чувака. Ух ты! Ничего, сейчас ускоримся. Вот так, воу! Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, куда-то мы заехали. Плохо, плохо. Сам ты, Нэнси, слышь? Да что ж такое, носит нас по всем этим горам. Говнюк, а? Надо догнать его, надо догнать. Вот здесь, конечно, для Нитро самый лучший момент. Догоняем, догоняем. Может, мне его расстрелять вообще, к чертовой матери? Не, наверное, не получится. Надо будет именно... Надо его именно уничтожить. Еще немножко Нитро.
Да, с Нитро, конечно, машина становится практически неуправляемой. Слушайте, ну что-то он гонит вообще, реально. Стоять, 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 стоять. Что, все уже? Финиш? Вроде нет еще. Еще нет. Вот теперь финиш, сволочь! Давай, 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 давай! Yes! Ха-ха! В самом конце обогнал. I want a rematch! Обойдешься без своего рематча. Никаких рематчей, понял? Так, посмотрим на карту. Так, кстати, нет, миссия закрывается. Но все равно они одинаковые. Ха-ха, этого никто не скроет. Так, что у нас еще не завершено? Summon Fairy Death. Да, это мы не делали. Давайте как раз тогда к Summon Fairy Death сгоняем. Хорошо. Все, так, едем туда. О, музончик-то знакомый играет, знакомый. By the blood of all the goblins. Kind of crazy weather we're having. The coil have infested the land. Guess they moved in while we were hiding out in Death's clutch. We should never have left Bladehenge unprotected. They wouldn't dare. And I mean, really, how long have we been gone? О, я чувствую, сейчас мы придем в Bladehenge, и там будет просто полный косяк со всем делом, потому что нас реально давно не было. Очень давно не было, я вам скажу. Тихо, поворачиваем. Ну-ка. А, нет, стоп, подождите-ка. А, мы же это делали. Фейри, это же как раз атаковать сверху. Так, Death Rack, Death Rack, Fairy Death, Death Rack, Rabbit Deer Chase. Во, вот это мы не делали. И Speedy Delivery мы не делали. И вот это, и вот это. Да вообще мы вот эти нижние миссии практически не делали. А они между тем не совсем одинаковые. Давайте как раз туда и отправимся. Прошу прощения за то, что слишком долго мы тут катаемся. По миру, в общем-то, без смысла. Зато у нас есть классный музончик. Воу! You think I want to do this? Hey, leave these poor deer alone, will ya? These aren't deer, they're monsters. They look like deer to moo. Mother of God, what's wrong with their mouths? They've been infected by the tainted coil, taken to their labs and experimented on, tortured, injected, tainted, and then set free again. If I don't kill them, they'll spread their toxic plague to the rest of the herd. I've seen you running them down with your car. What? I have not. Won't you help me kill all these tainted deer? Ну, придется помочь. I don't like it, but you're right. The herd needs a thinning. Итак, погоня за чумой, да? Давайте. Погоняемся за чумными оленями. Есть. Тихо, тихо, тихо. Аккуратненько. Еще один есть. За минуту 30 мне их надо всех уничтожить. Нормально. Погоняться за оленями — это забавно. Да куда же достреливают мои пулеметы? О, неплохо достреливают, раз убили его. Ну и последний остается. Да куда ж ты, сволочь, едешь, бежишь. Тормози, тормози. Yes. Да, помогать матушке природе. Ничего себе, помог матушке природе. Так, посмотрим, что у нас еще есть за миссии. Так,
Быстрая доставочка. Ну, давайте прямо к ней. Оу, как нам объезжать нужно. Надеюсь, мне объезжать не нужно будет. Я поеду напрямик. Веселая миссия. Погоняться за оленями. Так, чисто для небольшого развлечения. У нас это часть прохождения будет чисто похожа на дополнительных миссиях. Ну ничего, посмотрим. Это тоже интересная часть игры. Я думаю, вы не разочаруетесь. Заезжаем. Вот это да. Вот это Deus. Deus крут. So are you the keeper of the sacred beer tree? Dream job. No, man, it's a nightmare. My job is to deliver the beer from here down to the beach for the big party. But every time I try to walk some down there, it gets all warm. You can still drink warm beer, you know. No, I mean the sun. It gets all warm, and I have to stop under a tree and drink some beer and, you know, it just goes so fast. I'm starting to see the problem. You want to give it a try? Потеха, давайте. I'll do it, but I want you to know roadies do more than haul beer around. What's a roadie? Так, нужно быстренько нам доставить пивко. Don't shake the kegs or they will explode. А, ёлки-палки. Не трясти бочки, иначе они взорвутся. Бочонки. Да, надо как-то вести спокойненько. Вести спокойненько и не нервничать. Едем тихо, спокойно. Они от нитро еще начинают трястись. О боже мой. Ну и как мне довести их без нитро еще и спокойно? Да, это нелегкая задача, дорогие друзья. Совсем нелегкая. Какие-то монстры. Главное в них не врезаться. Бочки с пивом. Я довезу вас в целости и сохранности. Нет, они нас атаковали. О, кажись, бочки перестали хлестать. Они, наверное, успокаиваются со временем. О, нет, нас опять тряхнуло, и они опять из них полилось. Так, тихонечко, не прыгаем. Амортизаторы работают. Так, мы уже на пляже, мы уже почти добрались, спокойненько, тихо. Здесь объезжаем, не прыгаем, никаких трамплинов. Эдди, никаких трамплинов. Еще 50 секунд, успеем. Вон уже огни вечеринки засветились. Вот мы и с нашим пивком довезли вовремя, ребята. Ха-ха-ха. Отлично, победа. Итак, посмотрим, где у нас, где наша карта. Вот она. Вот она, наша карта. Посмотрим миссии. Wingman. О, интересно, эту я не проходил. Heading out to the highway. Интересно. Как-то миссии, они как-то группируются, по-моему, что ли. И вот тут еще две миссии мы не прошли. И нам еще нужно возвращаться. Deliver the metal. Основную нашу миссию. Так, ну что же. Основную так основную. Давайте тогда дополнительные вот эти пройдем. Посмотрим, что они... В чем они заключаются? Где они у нас тут? Вечеринка тут клевая, слушайте, у них. Отдыхают, ребят, на полную катушку. Так, а где сами квестгиверы? А, вот он один. Да. Подождите, опять что ли гонки? Мы же с тобой гонялись уже, чувак. Нет, это, видимо... Это, видимо, какая-то другая уже гоночка. Давайте посмотрим. She's just waiting for her next victim. Ха, еще раз мне нужно побить. Looks like she's waiting for a tow truck to me. That does it. Time for you to learn some respect. Хм, кажется, он хочет опять с нами погоняться. Да, ну ладно, чувак. Погоняемся еще раз. Посмотрим, кто победит на этот раз. Ах ты сволочь! Ты сволочь, обогнал нас, ну ладно, столкнул нас с дороги, надо бы его тоже завернуть, слушайте. Сейчас мы тебя обгоним,
Мы хороши на поворотах. Ха-ха, вот так вот. Вот так вот. Слушайте, ну опасная здесь трасса, конечно. Гоняться на ней тоже весьма опасно. Но у нас есть нитро. Отличная нитро, отличная, отличная нитро. Которая спасет нас от этого говнюка. С его дурацкой машинкой. Нам. То есть ему нас никогда не догнать. Никогда. Ой-ой-ой-ой. Если мы, конечно, куда-нибудь не врежемся. Скорее, скорее, скорее. Да, тут дальше ехать. Вот, что плохо, непонятно, куда ехать дальше все время. Все время непонятно, куда ехать дальше. Но он позади нас, а это главное. Давайте немножечко нитро на прыжке используем. Ах ты. Немножко замедлились мы, но ладно. О, отличный прыжок. Отличный прыжок. Достаточно трибьюта взяли. Так, 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 так. Движемся, движемся, движемся. Какие тут повороты резкие. О, время для нитро. Отлично. Ну все, глотай пыль, говнюк. Слушайте, ну долгая-долгая гонка. Я прям еду, еду, еду. Еще немножечко нитро. Отлично. Фух, хорошо, что я разрушил это бревно, а не врезался в него. Ха, ешь пыль. Да. Шикарная победа. Ну, конечно, конечно. Давайте посмотрим на наши еще миссии, где у нас тут есть. А, мы уже здесь. Нам бы, конечно, неплохо. Смотрите-ка, это что у нас здесь такое интересненькое? Ну, мы заглянем туда. Заглянем, конечно, безусловно. Но это случится, дорогие друзья, уже в следующей серии. На этом у меня все. С вами был Гидон. Подписывайтесь на канал. Ставьте лайки, вступайте в группу ВКонтакте. Советуйте друзьям. Всем спасибо и до следующей миссии.